Когда вам говорят о повреждениях авто в мобильных играх, вероятно, вы представляете что-то вроде этого, не так ли? А если я скажу, что повреждения могут выглядеть вот так? Вероятно, такой вариант куда лучше. Более того, на данный момент это единственная игра в мобильной индустрии, где деформация авто проделана так хорошо. Что же это за игра? В ближайшие 5 минут вы все узнаете. В самом начале хочу отметить следующие факты. Игра находится на стадии открытого бета-теста и участие может принять любой желающий. Точной даты релиза нет. Игра будет бесплатной и только в Play Market. Поддержки системы iOS не будет. Из основных вопросов, вероятно, остался только один. Как стать участником бета-теста? Очень легко. Достаточно зайти в описание к видео и перейти в официальный телеграм-канал разработчика. Там-то вы найдете ссылку, по которой можно скачать бета-версию. А теперь вкратце о геймплее Cindy Car Drive. На данный момент в игре одна карта и три авто, которые в свою очередь делятся на 3-4 модификации. Спавнить можно не один автомобиль. Из дополнительных функций можно дернуть ручник, включить фары, поворотники, а также замедлить время с помощью специального ползунка. Это, кстати, очень полезная и залипательная функция в подобных играх. Графику можно повысить, но придется жертвовать производительностью. Собственно говоря, пока это все. Но вспомните, что я говорил в начале. Игра находится на стадии бета-теста. Думаю, многие уже захотели сами поиграть в эту игру, поэтому не буду вас задерживать. Если возникнут какие-либо вопросы, пишите в комментариях и следите за новостями в телеграм-канале разработчика. Встретимся в следующем видео или на стриме.